Машина проехала, и такие эти остаются. Ну это о чем говорит? Это некачественно. Такого не должно быть. Более 40 лет жители домов по улицам Хахалова и Революции 905 года ждали асфальтирования придомовой территории. Депутатам по округу удалось найти финансирование и завести подрядчиков на объект. Вот только дорожники оказались недобросовестными. Асфальт должен быть по документам 7 сантиметров. Здесь мы скрыли 3,5, ну обыкновенной школьной линейкой это делали. А если бы профессиональная линейка, там может быть и 3 бы, может быть, и даже 2,8 было бы. Скрыли еще мусор там. Сейчас вы увидите, фотографию сделаете, видно там. Как делают наши уважаемые люди, которые выигрывают тендеры. Сумма контракта почти 1 миллион рублей. Депутаты горсовета не намерены спускать такое с рук бесшабашных подрядчиков, которые, кстати, убежали еще до приезда комиссии. Тут порядка 800 с лишним квадратных метров обнаружили, да, вот, я не знаю, вот, нашлось, но еще сколько таких вот посторонних предметов и есть здесь, в данном асфальте, и другие, есть ли еще вот предметы ненужные, да, вот, то, чего не должно быть в нашем асфальте. Приняли решение о том, что подрядчик должен все убрать и по новой качественно уже асфальтовое покрытие сделать. Приемка повторно отдельно будет уже. Все мы проверим и толщину асфальтового покрытия, и самое главное – качество. В любом случае, от ответственности дорожникам не убежать. Полностью переделать всю работу они должны в течение 2 недель, то есть до 1 июля. Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня.